Дом 11А на улице Парковая с виду самый обычный. Кирпичная пятиэтажка, каких немало в Щелковском районе. Однако тем, кто заглянет в первый подъезд, предстоит сильно удивиться. Он буквально заиграл новыми красками после реализации губернаторской программы «Мой подъезд». Наш дом давно не ремонтировался. Мы узнали, что в области есть программа губернатора по ремонту подъездов. Обратилась я в час губернатора с просьбой, чтобы нас включили в программу по ремонту подъездов. Буквально со следующего дня началась работа. Пришли штукатуры, маляры, художники были, все расписали. И вот что есть, вы теперь посмотрите. За это большое-большое спасибо. Дом был включен в региональную программу, но сотрудники коммунальных служб решили пойти дальше, сделать подарок жителям. Уникальный проект реализовала управляющая компания ДЭС ЖКУ. Проект действительно, можно сказать, уникальный в том числе и для Московской области, потому что на нашей памяти такого мы не видели, чтобы были проведены такие работы в такие сжатые сроки. Мы предложили три варианта росписи стен. Первое – это природа России, второе – это кантри-стиль. А третий момент – это русское зодчество. Были представлены в своем роде три этих проекта. Проходили, смотрели, жители приняли решение, что это будет природа России. Сделано все очень быстро. Ну вот представьте, 26 июля только жительница обратилась. И вот мы, в общем-то, в течение там, месяца сделали этот подъезд очень красивый. Мы всех приглашаем посмотреть. И мы будем стремиться, чтобы такие подъезды были у нас все в Московской области. Чтобы Щелковский район вообще стал флагманом Подмосковья по ремонту подъездов. Посмотреть действительно есть на что. Буквально за 6 дней стены подъезда украсила затейливая роспись. Причем каждый этаж в своей тематике. Вот из леса выглядывает робкий олененок, а на 5-м этаже над горами парят птицы. Над этой росписью работал профессионал, заслуженный художник России Роман Фашаян. Работал не один, а вместе со своими студентами, выпускниками факультета дизайна. Так что каждый рисунок здесь – это фактически дипломная работа, выполненная с особым тщанием и любовью к искусству. Конечно, стены – это далеко не все. В подъезде был проведен полноценный ремонт. Заменили плитку полностью на всем лестничном марше, заменили полностью все перила на более современные, установили современные датчики. Это опять же в рамках реализации не только подъездов, но и программ по энергосбережению. То есть у нас лампочки, они с датчиками движения. Большинство перечисленных элементов обязательны для губернаторской программы «Мой подъезд», которая вот уже второй год реализуется в Подмосковье, в том числе и в Щелковском районе. Реализуется управляющими компаниями при софинансировании порядка 50% из бюджета Московской области. В нашем районе уже на сегодняшний день отремонтировано 1385 подъездов. До конца года будет отремонтировано 1786, и это составит 51% от всех подъездов, которые находятся в Щелковском муниципальном районе. Программа рассчитана на 4 года и обязательно будет продолжена. Ну а компания ДЭС ЖКУ также рассчитывает, что подъезд в доме на Парковой не станет последним смелым проектом. Сейчас будем прорабатывать такой вопрос о том, что в этом году сделать еще такой, ну, по крайней мере, не хуже, такой же один из подъездов. Есть такое предложение, администрация тоже поддержала. Это подъезд будем выбирать на улице Беляева. Александра Гранич, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».